В Динском районе вместе они проехали по участку дороги, который еще осталось реконструировать. До этого Кондратьев несколько недель назад уже инспектировал темпы ремонта и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, если дорога не будет сделана к 15 июня. Сегодня Сергей Кельбах рассказал руководителю региона, что этот участок дороги откроют вовремя, к указанному сроку. И как и было обговорено ранее, в сторону побережья края и Крыма будут двигаться две полосы. Это поможет избежать транспортного коллапса, считает Кондратьев. На совещании, которое провели здесь же, в строительном вагончике, руководитель региона рассказал, что этим летом курорты Кубани ожидают почти на четверть больше автотуристов, чем в прошлые годы. Важно, что те наши граждане России, которые хотят отдохнуть на нашем Черноморском побережье посредством автотуризма, конечно, должны эту возможность получить. И, по большому счету, это двойная задача – не допустить транспортного коллапса как по направлению к Крыму, так и, конечно, к нашему Черноморскому побережью Краснодарского края. Убедительная просьба к вам взять ситуацию завершения строительных работ на данном участке автодороги М4 под личный контроль. Ручной режим позволит нам не сорвать автотуризм в рамках сезона, курортного сезона 2015 года. У нас уже еженедельно закрепленный заместитель председателя правления, мой заместитель Дерингер Дмитрий Иванович. Всю техническую часть первый зам Урманов Игорь Александрович ведет, а я в режиме еженедельный, как минимум, а так и чаще, готов вмешиваться. На встрече обсудили и следующий этап развития дорог на Кубани. По словам главы «Автодора», они готовы взять на себя обязательства не только качественного строительства проезжей части, но и обустройства трасс. Речь, в частности, о придорожных магазинах, заправках и автосервисе. Если мы параллельно с строительством транспортной артерии будем решать сопутствующие вопросы инфраструктуры или придорожного сервиса, курорт начнется с границы Краснодарского края. Будет началом точки отдыха, которому так, в принципе, и рвется уже автотурист. К слову, ремонтируют федеральную трассу М4 Дон сегодня на 7 участках в нескольких районах края. Всего это чуть меньше сотни километров. Самый большой из них в Динском и Кореновском районах – около 40 километров. Полностью закончить ремонт всей трассы планируют в этом году. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.